Да, друзья, не буду снимать коротыш, касаемо про Китай, касаемо, опять же, 5 фактов. Ну, давайте исключим эти 5 фактов, просто посмотрим по факту, что мы увидим в обычном китайском дворе. Да, это новый район, это новая застройка, это новые дома. Сегодня у нас очень ветрено. Первое, это очень много камер. Камеры направлены во все стороны, лица, фейс, все это дело отслеживается, отсматривается. Не дай бог ты здесь что-то испортишь, тебя натянут на любой из этих деревьев. Ну, это в легкую прям. Происходит процесс, ну, они толерантны к мудакам и всяким другим идиотам, вот, но все равно это до поры до времени. Второй момент, вытяжки, все сделано так, чтобы было светло в парковке. Дальше, это Китай, Корея, это тоже, знаю такую тему, нержавейка, они очень сильно любят нержавейку. Здесь все сделано из нержавейки, сейчас тоже мне кто-то скажет, у нас в Питере тоже все из нержавейки. Так вот, ребят, в Питере ни хера не все не из нержавейки. Смотрите, дальше идем. Газовый щит, газовый распределитель. Вот, ну я так понимаю, что это газовый, потому что здесь дома газифицированы полностью. И он сделан с нержавейки. И по городу, когда ходишь, очень много сделано тоже все из нержавейки. Это все очень такое прикольное, красивое и долговечное. Дальше. Наш двор нас бережет. Сначала посадит, потом стережет. Тему тоже это поднимал. Вот видите, тот бачок-распылитель стоит вдалеке. Это для того, чтобы качество воздуха поддерживать, когда очень сильно пыльно. Да, здесь с этим проблема. Об этом мне говорят. Это неизбежно, это факт. Вот. Но есть такие машины по всему городу, ставят, дуют они, в общем, собственно, пыль сбивают максимально. То есть качество воздуха улучшают. Идем дальше. Дорожки, тротуары, все красиво, все супер, но есть один большой минус. Я не видел здесь еще, по крайней мере, детских площадок. Вот в этом новом дворе он огромный, но площадок детских нет. Смотрите, разница первая, что у нас в России, построив любой двор, обеспечивают большими детскими площадками. Всегда, везде. Во всех дворах здесь я вот это пока не замечал. Есть отдельно, конечно, площадки строятся отдельно. Вот, и то я их очень мало видел. Но это все только лишь начало. Дальше, плюсы, минусы. Давайте, наверное, плюс один, который мне рассказали, показали. Вот, который я сам тоже не видел. Кстати, он тоже из нержавейки сделан. Парапетик небольшой, мне он тоже нравится. Так вот, плюсик следующий. Во-первых, здесь нету диких животных, ну, то есть бродячих собак, я про это, про собак и про кошек, их здесь просто нет. Не надо сейчас там писать дичь, что их тут сожрали. Нет, никто здесь никого их не ест, они к собакам вообще равнодушны абсолютно полностью. Котам тоже, то есть нет такого, что там, знаете, слышу дичь постоянно, там типа жрут, там экзотика, все остальное, нет. Кстати, вот просто для примера, во дворе здесь сделали такую тему, как фонтанчики простенькие, без извращений, без ничего. Идем дальше. Еще одна тема, связанная с Китаем, очень важная. Я еще не видел здесь ни разу бомжей. Это факт. Это факт, про который мне тоже говорят очень часто. Говорят, у нас с этим поборолись. То есть у нас их нет, у нас их истребили. Возможно, их съели, я не знаю. Но этих бомжей здесь нету. То есть как у нас, как в Америке, то есть этого нету. То есть тут никто это не поддерживает. А если это не поддерживают, соответственно, этого нету. Ну, как, собственно, некоторые вещи в России, которые не поддерживаются и пресекаются, их тоже нету. Поэтому есть плюсы, своеобразные, скажем, плюсы, есть минусы. Я про них отдельно сниму видеоролик про Китай. Я понимаю, что это не тема гравировки, не тема то, чем я занимаюсь. Вот. Но есть минусы. Они очень жесткие, они неизбежны, к сожалению, эти минусы. Вот. Я их на себе прочувствовал. Сразу говорю, впечатление через неделю поменялось очень сильно. Бля, ну красота же, реально же, красиво что сделали. Прям приятненько, необычно, стильненько. Вот, песочница какая-то, скорее всего, может для детей, может быть, не знаю. Я здесь вот не вижу ни одной детской площадки, чтобы вот было сделано для детей, чтобы дети здесь игрались. С чем связано, не скажу, но я их не вижу. Это факт. Кстати, видите, дудочка стоит, они любят здесь сигналить, очень любят сигналить, чтобы здесь этого не творилось, не происходило. Здесь дудочки нету, вот так вот. В общем, вот такой вот дворик, приятный, мне нравится. Своеобразный дворик, да, он более-менее современный, чем весь остальной Китай, скажем так.
То есть то, что в городе я вижу, дворики, они не такие. Кстати, вот опять же, камер целая куча стоит. То есть везде здесь камера. Охрана обязательно. Есть, конечно, долбоебизм здесь небольшой. Это вот забор, смотрите, вот есть, да, электрическая проволока протянутая. А вот тут за охранным домиком и между нашим домом девятым, там нет ничего. То есть там нет ни забора, ничего полностью. Ну, как-то странно, конечно, когда... Опять же, ворота есть, но в эти ворота въехать невозможно, потому что там будут дальше ступени. Тоже странно, конечно, по нашим меркам, скажем так. Вот. То есть есть свои странности определенные, но, блин, это Китай. Это неизбежно, это не без этого получается. В общем, пока все нравится. Про минусы, плюсы я потом отдельно сниму. Отдельно сделаю видос, раскрою некоторые мифы, которые кто-то рассказывает, и они не совпадают. От вас, как всегда, большой жирный палец вверх. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.